Всем привет! Меня зовут Алексей Дотолев, мне 29 лет, и я представляю Республику Мордовия. Я родился в городе Саранск. Жизненный путь в плане творчества сложился так, что после школы пошел в музыкальную школу, параллельно учился этому всему. Поступил в Институт национальной культуры на специальность сольное народное пение. Я работал в храме, когда учился в университете. Это были дневные и вечерние службы. Все это влилось в мою жизнь просто вот как будто обыденность. И каждое утро, там, в 7 утра сначала храм, потом университет, вечером опять храм. В армию мне получилось попасть в ансамбль имени Александрова. Отслужил год в нем и уехал домой. Сейчас я работаю в администрации городского округа Реутов. Но всегда и при любом удобном случае я еду домой. То есть почти, ну, не каждые выходные, но раз в 2 недели точно. Потому что Мордовия для меня — это какое-то место силы. Я не знаю, откуда это во мне, но это с детства прям идет такое, что хочется, чтобы тебя любили. Хочется, чтобы вот много-много любви было от твоих поклонников, от многого количества людей. Я вот все время говорю, что я передаю все то, что лежит у меня на душе. Все эмоции, которые есть, тем более через ту песню, которую я буду исполнять сейчас, я думаю, что именно этим я попробую влюбить в себя зрителей и жюри.